3-4. Ой, попозже. Это следующий? Да, ему сложно. Вот даже когда вот этот взгляд, мне уже смешно становится. Хороший парень. Привет, я Александр Хоменко. Это ЦСКА Дуо. Мой сегодняшний соперник Андрей Лопатин. Всем привет, это Андрей Лопатин в ЦСКА Баскет ТВ. Сегодня против меня Саша Хоменко. Что было дальше? Мы встречаемся, мы всегда обсуждаем юмор. Вот, на что было дальше? Ну, смотрю, наверное, как и все, там какие-то юмористические. Что было дальше, там, коммент-аут. Также люблю смотреть «Красаву» про футбол. Очень интересно. Дудя могу посмотреть. Да, я помню, это было... Два вроде года назад в Красноярске мы с ним вместе в той игре вышли и забили и я, и он первые очки. Да, конечно, это была игра с Енисеем. Мы с Аней, по-моему, там дебютировали. И первые очки я забил со штрафных. Это вот быстрый прорыв был, на мне спалили, и первые туда сразу. Нужно забивать, Андрей. Очко во взрослом баскетболе, добро пожаловать. Три, четыре. Король Лев новый. Больше не знаю, какие мультики давать. Не знаю. Может, ни одного. Если так, только вскользь какой-нибудь увидел. Я знаю, что он тоже смотрит YouTube, потому что когда с ним жили, частенько смотрел. Но любимый актер точно не могу сказать. Тоже сложный вопрос. У меня много любимых. И не знаю, юмористы — это тоже актеры, по сути. Харламов. Мне нравится, как он, ну, шутит. Даже я смотрю на него, вот я, мне удалось быть в Comedy Club, и вот даже когда вот этот взгляд, мне уже смешно становится. Плюс мы с другом всегда обсуждаем его шутки и каждый раз просматриваем его. Наверное, летать. Не знаю, но летать — это чувство свободы. Наверное, невидимость. Что-то в этом роде. Или летать. Я думаю, какие-нибудь энергетические батончики, какие-нибудь протеиновые энергетические. Часто вижу с ними, когда он ест их. Даже не знаю. Давайте мюсли, батончик мюсли. Я думал, может, ну где-то 180-200. Я нет. 95 было в том году. Я думаю, собачка, потому что недавно у него появилась собака. Поэтому думаю, что она. Кот. Ну, кошачья. Ну, лев. Давайте попробуем басту. Я ни разу не слышал, чтобы Саня включал свой плейлист при мне. Ну, давайте басту попробуем. О, да, Саймон и Никита очень хотят, чтобы мы изучали и слушали всех тех, кто пел в 20 веке. Ну, какой-то одной нет. Наверное, слушаю все подряд. Сегодня ничего, но вот Саймон заставляет иногда слушать старые песни. Любэ, что-то в этом роде. Я думаю, может, кто-то из родных, из близких. Родители. Они всегда меня поддерживают и каждый раз пишут про мои ошибки, что я должен, как должен. Потому что они оба тоже баскетболисты и понимают, в чем суть. Мы давно друг с другом знакомы. Мы проделали путь, ну, можно сказать, с самого дюбла уже знакомы. Вот, и сейчас мы вместе здесь и общаемся, вот, ну, как и все в команде. Не сказать, что очень часто, вот, он чаще всего общается с Кириллом Михеем, вот они прям братишки. Я сейчас, ну, больше всего общаюсь с Сашей Курбатовым, вот. А так вот, вот мы жили и вполне отлично коннектимся, так сказать.
Он очень веселый, может, да, где-то кажется, что он скромный, но на самом деле я его давно знаю, он веселый, хороший парень.